Мой папа стал одним из самых богатых людей в городе. А когда ты растешь золотой ложкой в жопу, ну вы поняли, у тебя, как говорится, начинает свистеть фляга. Ну, крутой. Мы же за вами давно следим. Сколько вы зла наделали? Ну и вот мы здесь. Слышишься? Сусь. Будем тебя лечить. Куда вырыгался? За пенсией пошел? Это мой дед, Василий Павлович Сафонов, майор ВДВ. Господи, благослови Америку. Если что, герой Афгана. Это войска дяди Васи. Потом бах, трах, бам, дум, фам. История прекрасна. Это очень серьезные люди. Придется тебе съехать. А можно это сжечь? Я очень опасен! Последний, Армани. Это наш дом. Я бы на твоем месте уже уехал давно. Центр надо ехать. А здесь, баба, не, я никуда не поеду. Who are you? Десантники своих не бросают, Василий Павлович. А что ты хочешь услышать? Что мне от тебя только бабки были нужны, а теперь ты мне нахер не нужен? Всем назад! НКВД на мине подорвался. Куда лучше-то? Он все разминировал уже. О, май гад. Да я через 2 года тебе 10 таких орденов куплю. Иди своей дорогой. Мой, бойся меня. Мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня. Да! Любимая. Сегодня будет жарко! Там Палыч. Вот так вот, внучок. Никто, кроме нас. Ломать всех, не спрашивая фамилий! Друг мой. А что, если парашют не раскроется? Новый дадут.